И вот долгожданный для всех жителей области день настал. Избранный президент России Владимир Путин впервые посетил Саратов. Он прибыл 5 апреля с рабочей поездкой. Встретился с новым назначенным губернатором Валерием Радаевым. Владимир Путин признался, что у него был заранее подготовленный список поручений. Среди основных задач, стоящих перед исполнительной властью области, Валерий Радаев выделил снижение государственного долга, привлечение инвестиций, создание новых производств, повышение уровня жизни населения. Также вопрос коснулся и нового проекта по строительству аэропорта в Саратове. Речь шла и о развитии сельского хозяйства. Валерий Радаев отметил большой потенциал и хорошие перспективы агропромышленного комплекса области. Путин одобрил направление работы и выразил готовность оказывать власти всестороннюю поддержку. Несмотря на плотный график, Владимир Путин также нашел время пройтись по залам музея имени Радищева, посмотреть шедевры первого общедоступного провинциального музея. Посетил также Энгельскую авиабазу, встретился с семьей военнослужащего в новом жилом комплексе. Почетные гости не обошли стороной и долгожданный для всей области долгострой – новое здание театра юного зрителя. Путин с интересом осмотрел новый ТЮЗ. Почетных гостей сопровождал директор театра Валерий Райков. Для нашего коллектива это было очень важно, потому что премьер-министр, выбранный президент Владимир Владимирович Путин сделал для нас просто дело, которое осуществление мечты Киселева. Как изменится ситуация региона после визита Владимира Путина и повлияют ли изменения, произошедшие в правительстве, на дальнейшую судьбу области, покажет время.